Подведены итоги опроса жителей Твери по поводу выбора нового места размещения бюста прославленного земляка, выдающегося оперного певца Сергея Лемешева. Куда, по мнению горожан, его нужно установить и когда это будет сделано, расскажем в сюжете далее. Памятник Сергею Лемешеву долгое время, хоть и располагался в центре Твери на главной пешеходной улице города Трехсвятской, но словно был в тени. Об этом говорили сами горожане. Судя по тому, что проходимость может быть достойна, но он просто незаметен вот в определенном здании, мое такое мнение. Но главное, что есть какая-то память, и эту память видят люди. И это уже хорошо. Областными властями было принято решение установить памятник на новое место, а куда именно, должны были решить сами тверичане. Принято решение обратиться к общественности таким голосованием, чтобы общественность выбрала новое место для установки этого памятника нашему достойному, так сказать, деятелю искусства и культуры, который родился у нас на территории Тверской области. Поэтому я думаю, что это тоже будет дополнение уже вообще к теме культурного воспитания и вообще сохранения культуры нашей территории. Опрос стартовал в конце ноября 2019 года. Тверичане сами смогли выбрать место, где, по их мнению, наиболее логично было бы расположение бюста нашего прославленного земляка Сергея Лемешева. Это либо сквер на Театральном проезде, либо бульвар Радищева, у здания детской школы искусств номер 1 имени Мусоргского на площади Славы, ну или предложить свой вариант. По итогам опроса большинство участников высказались за то, чтобы установить монумент в сквере на Театральном проезде напротив Тверской областной академической филармонии. Теперь же данные опроса будут приняты во внимание при определении нового места установки бюста. Вопрос будет рассмотрен в ближайшее время на заседании городской комиссии по топонимике, а затем он будет вынесен на заседание Тверской городской думы для принятия окончательного решения. Работы по установке памятника планируется провести весной этого года.